ефіру вітаємо. Це програма «Ранок на Алтаві». Триває наш ефір сьогоднішній. Даруємо вам приємне спілкування, зустрічі з цікавими особистостями нашого міста. 17 вересня вже зовсім скоро відбудеться друга церемонія вручення музичної премії Полтавщини. Надзвичайно цікаве, масштабне дійство, я б сказала так. Саме тому ми хотіли б дізнатись більше про деталі саме цьогорічної церемонії і дізнатись більше про номінації, про те, як можна підтримати улюблених виконавців. Саме тому до нашої студії ми запросили організатора церемонії вручення музичної премії Полтавщини Ірину Ярошенко. Доброго ранку, пані Ірино. Дуже цікавить нас подія, саме музична подія для Полтави. Мені здається, ця подія є унікальною. Відбувається вона вже не вперше. Да, так? Розкажіть нам трішечки про історію взагалі заснування цієї премії. Хто був ініціатором? Чому так вийшло? Дело в том, что инициатором всех моих проектов это я сама. Просто, вы знаете, как-то даже просто, может быть, банально, утром проснулась, и как-то мне такое, стоп, а почему вот у нас нет вот такого? Потому что я люблю постоянно какие-то новые проекты осуществлять для Полтавы. Вот. И так подумала, а вот такого проекта еще не было. Были конкурсы красоты, да, там был «Человек года», вот, там к 8-му, детские праздники. А вот именно вот что-то связанное с музыкой не было. И причем по роду своей деятельности я постоянно общаюсь с нашими ребятами, с успешными музыкантами, танцорами. И я всегда поражалась, что много людей в Полтаве даже не знают, что они выходцы из Полтавы, даже те, которые уже давно в Киеве живут, да, там за границей. И я поэтому решила, думаю, ну почему Полтава шикарный город, самый успешный, самый красивый, как для меня, даже когда «Человек года» проходил, то это самые успешные люди вообще собирались именно в Полтаве. И я просто подумала, почему бы нет, есть музыкальная премия «Юна», да, вот, всеукраинская. Но почему не быть полтавской музыкальной премии? И как-то так я, вот знаете, хоп, вот. Я-то потом немножечко приосела, потому что это было очень трудно собрать всех музыкантов, понять, как это сделать, потому что не люблю повторяться, чтобы это не было так же, как вот в музыкальных премиях, вот так, как я хочу. И откликнулись в том году, когда я начинала предлагать, да, сначала тоже люди не понимали, как, что, потому что такого никогда не было. Вот. Музыканты с удовольствием откликивались, даже такие звезды, как вот Виталина Мусиенко, которая в прошлом году на «Голосе Украины» победила, да, там Инна Ищенко, Артем Лоик, вот, когда мы с Артемом тоже пообщались, он был безумно рад, и когда он получил статуэтку, он говорит, это первая в жизни моя статуэтка, он настолько был рад, что Полтава его признала, и что самое интересное, все с удовольствием принимали приглашение, потому что они были рады, что это выбор Полтавы. Это не просто сугубо было мое мнение, я собирала мнение полтавцев, мне писали в Фейсбуке, ВКонтакте, да, там, в Вайбере, я общалась, созванивалась, потому что у меня очень большой круг моего общения. Это были бизнесмены, и студенты, и там, деятели политики и так далее. И каждый мне высказывал, кого бы он хотел видеть из достойных. И потом вот уже из этих достойных и самых, кого больше всего люди хотели видеть, я уже приглашала, я уже сама изучала, просматривала, потому что некоторых я даже не знала. И я теперь очень горда, что я знакома с ними. И даже в том году, тогда еще не совсем до такой степени в Полтаве почему-то известный Женя Галич, да, это он уже сейчас, да, такой же, вот. Даже Женька согласился и приехал на музыкальную премию, вот, и он до самого конца пробыл, потому что сначала, знаете, он так... Я там на полчаса, там кого-то мне наградить и все, вот. А потом я смотрю, он дальше сидит, потом подходит, говорит, а кого я должен еще награждать? Я говорю, Артем, о, Артем Лойк, это ж мой братан. Остался дальше, потом смотрю, он уже аплодирует всем, смотрю, Mountain Breeze выступили, он вышел. Ребята, да вы ж вообще уникальные, я вам чем могу, помогу? Они говорят, да нет, мы уже на X-Factor уезжаем. Он говорит, вот видите, а я, говорит, вот. И потом в конце он даже вообще подошел и сказал, я хочу спеть, вот. И в итоге он еще спел «Наши люди всюду», то есть это было актуально, весь зал просто был... Ну, на таких эмоциях. Вот, то есть закончилось все отлично, и все ко мне подходили. Для самое большое было признание, когда все люди подходили в зале и говорили, у нас были мурашки по коже. Мы не ожидали просто, что настолько много талантливых ребят, мы даже многих из них даже не знали, и настолько была гордость, что это наши земляки. Вот, и, ну, и я посчитала, что да, проект был успешный, это действительно нужно было делать, потому что я сама утром проснулась, знаете, такая опустошенная, мне чего-то не хватало, где эти все ребята, где... И уже началась подготовка до наступного. Да, и поэтому
Поэтому в этом году аналогично то же самое. В этом году намного больше билеты все раскуплены уже были еще за 2 недели до этого мероприятия. Публика собирается очень интересно. Мне нравится, что это весь свет полтавского бомонда. Да? И нравится то, что все они патриоты. Все они с удовольствием поддерживают, выступают спонсорами. Да, просто чем могут, помогают. И ребят я в этом году собрала тоже уникальных, интересных. Так, різноманітні номінації будуть представлені, да, різноманітні, да, стилі, напрямки музики. Давайте зараз так хоча б коротенько розкажемо це. Номінації, так? Перший дебют, прорив року, ми із джазу, співак та співачка року, рок-гурт року, проект року і навіть танцювальне мистецтво, да, буде також, да, представлене, да, життя у стилі танців. Да, да. Ну, танцювальне, тому що я теж і в тому году я вводила цей проект, тому що думаю, ну, так как я сама уже, это мое детище, мой проект, я сама могу принимать решение. Mm-hmm. Поэтому я решила тоже и танцевальный сделать. И в этом году тоже совершенно разные. Это и восточный танец, и контемп, и бальный. Но тоже те ребята, которых мне больше всего советовали, вот, они также будут соревноваться, и также они будут выступать. Потому что условия для каждого участника обязательно выступить на сцене, чтобы публика, хотя бы та, которая их даже не слышала, вот, увидела и лицезрела вот воочию их выступление. Также танцоры тоже будут выступать. Вот это будет типа батла такого музыкального. Это тоже будет интересно. Є змога у наших телеглядачів, у всіх жителів Полтави та області також долучитися певною мірою до визначення переможців, так, і прийняти участь у голосуванні, яке триває включно так до 17 вересня, да, ще можна буде, да, голосувати. Да, да. Розкажіть, як це можна зробити? Уважаемые друзья, я обращаюсь к вам поддержать по ваших земляков, полтавских музыкантов, звездочек, которые только начинают свою карьеру. Я думаю, что это будет успешно. И те, которые уже прославили Полтаву не только по Украине, но и за рамки всего СНГ. Вот. Но все равно их объединяет одно, они наши земляки. Заходите на сайт kolizey.in.ua и голосуйте за своих любимых исполнителей, групп, танцоров. Голосование продлится до 16 числа до вечера. То есть еще есть 2 денечка, mm-hmm, чтобы проголосовать, и вы будете частью этой истории. Спасибо. Так, хотілося б хоча б коротенько, тому що дійсно учасників дуже багато, і всі вони такі самобутні, яскраві і просто нереальні, але хотілося б так найяскравіших зазначити. Там номінація «Гордість Полтави». Тут у нас один претендент, я думаю, цілком виправдано, це Анатолій Розанов, так? Да, да. Чому, да, так вийшло? Чому? Ну, діло в тому, що от в прошлом году ми награждали статуеткою Ніну Кірсо, угу, от, як теж... Человек, который группе фристайла дал все свои годы жизни. Вот. А Розанов, ну, просто мне в этом году очень многие говорили, почему в прошлом году не выдвигался именно Розанов, потому что это легендарный продюсер, который в свое время из фристайла создал такую группу, которая гремела просто на все просторы СНГ и больше. Вот. И поэтому, естественно, все единогласно решили, что и это будет самая действительно главная статуэтка, гордость полтавщины, потому что все гордятся, что именно из Полтавы был такой известный есть продюсер. Вот, и он же сейчас еще продюсирует «Дети фристайла», это уже успешный проект. Вот, поэтому этот человек заслуживает самого высшего награди. Так, номінація, яка має назву «Таланти визнання». Тут гурт «Mountain Breeze», «Poche Beat», також та Емілі Москаленко. Так, 3 учасники. Да, да, да. Ну, «Mountain Breeze», тому що в прошлом году вони, кстати, теж взяли статуэтку. Вони участвовали тільки в номінації «Открытие года», угу, вот, і вони виграли. Вот. А в этом году їх уже номінують, тому що ребята за этот год сделали большой шаг вперед. Вот, і всі хотят именно видеть вот уже в номінації «Таланты признания». Эмили Москаленко, ну, это маленькая хрупкая девочка, вообще прославила Полтаву на весь мир в свои 13 лет. Ну, это безумный талантливый ребенок, поэтому здесь просто нет никаких вопросов. Вот. Ну и «Poche Beat», ну, о «Poche Beat», о Роме «Poche» я могу вообще часами говорить, но это уникальный человек. Я с ним сама 2 года назад познакомилась на «Человеке года». Вот. И тогда его еще в Полтаве, его уже знала вся Украина, ну, почему-то в Полтаве, ну, не настолько он был популярен, многие его не знали. И после «Человека года» просто всех прорвало. И в прошлом году он был в номинации
гордость Полтавщины. Там участвовали живые барабаны, отдел кадров и почебит. Вот. И так получилось, что даже статуэтку отдел кадров и почебит набрали одинаковое число голосов. И они поделили статуэтку. Да, вот. А в этом году каждый второй хотел просто видеть уже вне номинации, потому что действительно он делает много. Он очень много благотворительно выступает. Он действительно постоянно расширяет свою программу. Но это талантливый, уникальный человек. Вот. Поэтому они, я по праву считаю, я тоже горда тем, что Полтава именно награждает статуэткой. Не уже номинация, а именно вот в такой статуэткой. Так что... Мабуть, ще одна цікава номінація. Їх дуже багато, але та, на яку хотілося б почути ваш коментар, «Прорив року» – це вокальне тріо Джазуні бере участь, та «Leaf Lounge» – акустичний дует вокаліста Стаса Деркача та піаніста Богдана Матвійчука. Також дуже такі яскраві, мені здається, гурти. Да, дело в том, что Джазуни в прошлом году они тоже участвовали, но тогда они, да, участвовали в проекте, но они только создали свой коллектив, и они только начинали свою деятельность, но в Полтаве они уже очень понравились, и после даже музыкальной премии очень многие стали их приглашать на мероприятия, на праздники, потому что, ну, девчонки действительно такие очень яркие. А в этом году их уже каждый второй выдвигал тоже на именно на прорыв года, потому что действительно девочки за год, ну, сделали нереальную работу. Я сама несколько раз сталкивалась с ними по своей работе. И действительно, я просто горжусь тем, что за целый год можно было проделать и так подняться. Вот. А Стас Деркач и Богдан, да, в принципе, ребята тоже. Ну, это уникальный дуэт, который действительно могут понять именно ценители музыки, когда действительно играет просто пианино, и тут вживую исполняется. Это сейчас очень популярно вообще во всем мире. Вот. А в Полтаве, ну, они делают шедевры. Просто каждый, если скажешь там, вы же знаете этот дуэт, все, да, конечно, Стас Деркач и Богдан, да. Ну, действительно, это ребята, ну, шикарные. Я даже не знаю, как вообще тут Полтава будет отдавать голоса, потому что это два этих, которые, ну, просто... Ну, с другой стороны, в принципе, если вы смотрели, то действительно, ну, каждый достоин награды, так. Да, но... Побіждають все одно сильніший. Так, якщо ви хочете, шановні наші телеглядачі, дізнатися, побачити, почути всіх учасників, між іншим, така змога буде не лише проголосувати, але й переглянути виступи. Якщо ви хочете подивитися, згадати того чи іншого артиста, у вас є така змога до 16 вересня, до кінця дня на сайті Colisei.in.ua. Звісно ж, долучайтеся, пані Ірино, крім того, що глядачі будуть вирішувати, ті, що голосують на сайті, жюрі також буде якось свою якусь думку? Нет. Я сугубо только ориентируюсь на мнение Полтавы. Потому что, чтобы собрать жюри, это будет очень сложно, мы думали, потому что разные направления музыкальные, разные ребята, поэтому здесь должен быть очень сложный, очень объемный состав жюри. Вот. Для меня самый лучший показатель – это мнение Полтавы. Вот как Полтава решит, вот так оно и будет. Поэтому, ну, это голосование не открытая, вот, поэтому, ну, потому что не было бы интриги. Интрига будет в том, что когда также будут выходить на сцену люди, причем люди все у меня собираются, еще раз повторю, действительно успешные, интересные, и каждый этот человек, ну, многие из них будут выходить на сцену, кто-то будет скрывать конверт с именем победителя, кто-то вручать статуэтку, и я считаю, что как раз вот лучшие люди, те, которые сделали много для Полтавы, которые достигли своим трудом больших высот, они по праву могут вручать статуэтку тем лучшим, которые себя проявили в мире музыки. Вот. То есть вся интрига откроется именно на сцене. Так, результаты все ж таки церемонии вручения музычной премии Полтавщины будет змога дізнатись уже 17 вересня, зокрема на нашем телеканале, уже на наступному тижні, я думаю, буде чимало відгуків, чимало сюжетів саме з цієї події, тому спостерігайте, дізнавайтесь щось нове. А ми нагадуємо, що в нашій студії була Ірина Ярошенко, організатор церемонії вручення музичної премії Полтавщини. Пані Ірино, дякуємо. Бажаємо, щоб все пройшло успішно. Спасибо, щоб це була, звісно ж, не остання, щоб ще була і третя, і четверта. Я думаю, що якщо все пройде успішно, я в цьому впевнена, то так і буде. Спасибо огромне. Зараз ми маємо показати чудовий музичний кліп одного з учасників цьогорічної премії у номінації «Таланти визнання», Роман Почіп, про якого ми говорили з
пані Іриною та його запальний гурт «Почебіт». Давайте подивимось цей прекрасний кліп.